фракцию «Самопомощи» в Раде покидают нардепы. Парламентскую фракцию решили покинуть Егор Соболев и Семен Семенченко. Ранее уход нардепов из партии предрек ее глава Андрей Садовый. Народные депутаты из фракции «Самопомощи» Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии, сообщает пресс-служба партии в среду, 10 апреля. Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции «Самопомощи», говорится в сообщении. Как написал в соцсети Егор Соболев, он не уходит с фракции «Самопомощи» в Раде, однако на следующие парламентские выборы вместе с этой партией не пойдет. При этом он уточнил, что не идет ни к Зеленскому, ни к Порошенко. Отметим, накануне глава «Самопомощи» Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время фракцию покинет ряд народных депутатов. Он также подчеркнул, что его партию ждет внутренняя перегруппировка, а процесс формирования нового состава кандидатов будет происходить по открытым спискам. Как сообщалось, в Раде создали объединение за следующего президента Украины Зеленского в из одного нардепа. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.